1814 популярных видео на моем канале на утро 26 февраля 2024 года. Эти данные мне просто невозможно подсчитать самостоятельно. Потому что 56 тысяч видеороликов, как я вот определю, какие из них популярны, а какие нет. Ну, это практически невозможно, да? И то, что в творческой студии YouTube есть вот этот агрегатор, который вот это определяет, причем вот эти данные меняются два раза в сутки, утром и вечером. Ну, сейчас утро, и вот показатель сейчас такой. И это, конечно, весьма хорошо. И да, это тоже вот то, что YouTube такая продвинутая платформа, это показатель этого.